Первые числа ноября. У нас сегодня мороз, но вышло солнышко. И денечек такой чудесный. И я как Федор Конюхов со словами: «А что дома делать?» Ну, конечно же, рванула в лес. Но сегодня я в другом лесу, не там, где зимние опятые вешенки. Так, ради прогулки, ради осмотра, посмотреть ситуацию ноября грибную в лесу. Да и вообще, что интересного в лесу в ноябре. Так что всем привет! Посмотрите, какой красивый, чудесный, солнечный, яркий день. И какой уже голый и прозрачный лес. Листьев совсем не осталось. Но гулять тепло, хорошо. Так руки слегка подмораживает. Но солнышко — это всегда приятно. Прудик он уже ледочком затягивает. Так что, друзья рыбаки, скоро лед, скоро наша любимая рыбалка. Он трудолюбивый дятел. Как у них голова не болит. Я грусть нашла. Ой, блин. Хотя нет, это подгрузок белый. Такой единственный, что удивительно, он вообще не замерзший. Мягкий. Но уже фу, несъедобного. Хотя нет, нормальный. Да. Подгрузок белый. Типичный осенний, ноябрьский. Причем единственный. Зато много вот таких различных говорушек, уже непонятных, съедобных, несъедобных, но вряд ли. Все это дело съедобно. Цвет уже не определишь после заморозков. А так их сейчас много. Все-таки сосновый бор – это потрясающий воздух. Так вкусно пахнет. И здесь еще очень много зеленой травки. Ну вот островок. Это растет артилия. Она еще долго зеленая. Ой, так пахнет вкусно соснами. Я же как-то говорила, какая польза для человека прогулки в сосновом бору. Как ученые сделали свой вывод, что микробов здесь очень-очень мало. Поэтому и рекомендуют гулять в соснах и дышать чистейшим воздухом. Это классно. Тишина. Грибников уже никого не встретишь в этот период. Вот все-таки что значит 17-й год не грибной. Бывали года... И часто бывали в ноябре, в начале. Что такое ноябрь? Начало для грибов. Мы собирали рыжики. Я помню, еще тоже не были ледяные. Но дома отмораживали. Чудесные. Белые собирали по морозу. Помню, был чудесный год на лисичке до ноября месяца. Ну, а уже всяких малоизвестных грибов
Просто было очень много. А вот сейчас гуляю, мне вам даже показать нечего. Несколько несъедобных говорушек. Собственно, и все на этом. Да, неудачный 2017 год на грибы. Могу сказать, он и на рыбалку не был особо хорошим. Теперь только надеемся на зиму, на зимнюю рыбалку. А летом так себе вяло. Да, надо еще раз ходить за зимними опятами, подсобрать себе вешенок, насушить зимних опят. И уже можно успокоиться. Хотя в лес тянет даже зимой. И зимой хожу гуляю. Особенно, когда ини, мороз. Так красиво снимать. И чудесные фотки получаются. Вообще гулять нужно больше. Так что в лесу по-прежнему красиво. Ходить интересно, но грибов уже никаких нет. Но это единственное, только спасает лес зимними опятами и вешенками. А в этом лесочке, где я сейчас нахожусь, зимних опят никогда и не было. Так что вот так вот, такая обстановка в ноябре. Только за зимними опятами и за вешенками. Уже в обычных смешанных лесах и делать нечего. Вообще уже пора на рыбалку и завязывать с лесом. Такой сказать: лес, отпусти меня! Грибы, отпустите меня! Вот так вот съешь в начале сезона какой-нибудь грибочек и не отпускает до самой зимы. Ой, быстрее бы лед бы встал. Так на рыбалку хочется. Хотя еще клюет на лим. Я буду с вами прощаться. Теперь, наверное, только до новых встреч на рыбалке. Ну и за зимними опятами сбегаем.